смотри, там Санта на помощь зовет. Да это старая колдунья, ну няня Гринча, помнишь? Да, помню. Лацинь, лацунь, параминь, тарадинь. Ой. А ну-ка, снеговичок, быстро за ними, преврати их в снежинки. Уже бегу. Давай, вон ту сторону беги. Рома, скоро Новый год, пора елку украшать. Точно же! А помнишь, как я в прошлом году у Балди елку забрал? А где наша елка? Елку украли! Папа, где наша елочка? Елку украли! Давай в этот раз будем аккуратнее! Если ты любишь Новый год и Рождество, тогда ставь лайк! Хелпик, я пока пошел одеваться. Папа, пошли в лес за елочкой. Рома, некогда мне, я сейчас на пробежку пойду, давай завтра. Ладно, пошел маму позвать. Мам! Тебе чего, Рома? Пошли в лес за пушистой елочкой. Ром, я и так на пробежку опаздываю, некогда мне елки собирать, все, пока. Эх. Хелпик, смотри здесь сколько много елок. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go. А ну стой, старый! Я тебя все равно догоню! Кто-нибудь, помогите, спасите! Ой, колпак! Рома, смотри, там Санта на помощь зовет! А ну-ка, стой, старый! Нет, стой! Не догонишь! Ну ничего себе, надо помочь Санте! Санта, скорее беги сюда! О! Да это старая колдунья, ну няня Гринча, помнишь? Да, помню. Вот, она решила этот Новый год испортить. И пока я развозил подарки по домам, она похитила мои сани, а потом за мной погналась. Нельзя ей позволить испортить Новый год. Нам нужно как-то ее напугать, пригрозить ей. У меня есть одна идея. Хелпик, произнеси волшебное заклинание и оживи снеговика. Лацинь, лацунь, параминь, тарадинь. Ой, Санта, сейчас мы можем им управлять. Говори ему, что нужно делать. Найди няню Гринча и предупреди ее, чтобы не портила праздник детям и взрослым. Я вас понял. Рома, побежали, проследим за ним. Побежали, спрячемся вон за тем деревом. Да где же этот Санта? Эй, красотка, ножки не застудила? Не вздумай портить праздник и верни Санте его сани. Снеговичок, миленький, я ведь совсем не злая. Вот о чем ты мечтаешь? Я хотел бы ведро на голову вместо шапки и стать разноцветным. Парпум, пардысь, ведро быстро, появись! Вот видишь, снеговичок, я добрая! Вижу! А Санта, он плохой, вот ты к нему придешь, а он тебя растопит! Вот она какая хитрая, заманила снеговика! А ну-ка, снеговичок, быстро за ними, преврати их в снежинки! Уже бегу! Что нам теперь делать? Thank you.
Нам остается только бежать! Быстрее, быстрее беги, Рома! Давай, давай, вон ту сторону беги! Скорей, скорей, догоняй! Ой, Санта, я упал! Давай за мной! Сюда, сюда! Санта, отправляемся ко мне домой. Думаю, он нас там не найдет. Побежали! Что там такое? Этот снеговик уже здесь. Нам нужно разработать четкий план, как это все остановить. Тогда давай сейчас попьем чай, а завтра отправимся на спецзадание.